И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Матохин. Сегодня у нас новый ролик, новый прикольчик, все самое лучшее сегодня, да, это наконец-то случилось. Спасибо подписчику, который сказал мне об этом, что теперь можно играть в Троллейбус FS в одиночке, но надо скачать его. А скачать немного трудновато, потому что его немного спрятали, вот. Ну, найдут только те, кто реально в этом шарит, вот, и поймут, как его скачать, вот. Да. Я надеюсь, что вы поставите мне лайк за мое старание, вот. Надеюсь, что вам этот ролик будет полезен, вы скачаете и будете радоваться этому прекрасному моду. Вот, ведь теперь троллейбусы не только на сервере, но и в одиночной игре, и вы можете ездить на любом троллейбусе, также докачивать к ним какие-либо моды в плане скинов, вот, если вы их найдете, конечно, вот. Ну, давайте приступать, что ли, поехали. Итак, вот у нас есть Discord канал FS Project, да, находим там... Тут есть вот новости, вся информация, мы спускаемся вниз, и здесь вот троллейбус FS, и здесь обновление мода. Нажимаете, у вас здесь вот последняя плашечка от 23.01.23, вот, и написано мод опубликован в GitHub. Вы не нажимаете на GitHub, а лучше всего копируйте ссылку, потому что он вас эта ссылка перенесет вас в браузер... как бы сказать, виндовсовский, и в нем немного неудобно скачивать. Вот, мы копируем, далее мы переходим в наш браузер. Итак, вот я открыл наш браузер, мы вводим в строку веб-сайт, наверху строку, вот, нажимаем Enter, и нас сразу перебрасывает на GitHub. Тут у нас вот все на английском, да, это немного сложно, вот, здесь у нас вот показано, какие файлы будут и все такое, вот, но это нам все не надо. Мы нажимаем вот сюда, да, и вот здесь у нас надпись download zip, мы скачиваем этот download zip, у меня он уже просто есть, мне не к чему это скачивать, вот, у меня вот этот файл. Вот, я его просто убрал, чтобы он не мешался мне. Вот. Ну, давайте, сколько, я не помню, он там весит немного особо. Вот. И сейчас я вам покажу, что дальше с ним делать. И вот, допустим, вы скачали этот мод, распаковали его, вот он у вас на рабочем столе. Вот я даже вам покажу во внутренности. Вот. Что нам дальше делать? Нам надо открыть Steam. Тут выбрать управление, посмотреть локальные файлы, вот, сворачиваем Steam, вот, тут заходим в Garry's Mod Addons, и вот наши аддоны, которые скачаны у нас вообще в Garry's Mod через Steam, вот. Так, теперь мы берем наш файл, так вот, чтобы вам виднее было, и что я с ним делаю? Я беру и просто его сюда перекидываю. Вот он у нас перемещается. Вот. И перемещение у нас завершено. Вот. На этом все. Вот. Вы можете зайти после этого в Garry's Mod, и он будет работать. Надеюсь, этот гайд был полезен для вас. И вы скачали, установили, и теперь радуйтесь тому, что у вас есть троллейбус FS одиночка в Garry's Mod, и вы можете кататься на своих любимых троллейбусах и все такое. Спасибо вам за просмотр, всего вам хорошего, удачи вам в жизни, успехов, до новых встреч и пока-пока.